Роскошный спецтранспорт Кремля. На чем ездит? Пристегнуться, а то потом штраф придется платить. Летает. На борту роскошь невероятная. А также плавает Путин и все его кремлевское окружение. Ну, у Путина понятно, у него тяга к роскоши. Эксклюзивные мега-яхты по цене, как весь морской флот России. У любого пацана должна быть яхта. Что так тщательно скрывают кремлевские небожители от глаз обычных россиян, купленные за их же деньги? Они окружают себя небывалой роскошью, если жить, то во дворцах, а если передвигаться, то в роскошных авиалайнерах, мега-яхтах и суперкарах, созданных лично под них. Такова жизнь приближенных кремлевских чиновников. И чем ближе ты к телу Путина, тем больше имеешь. Как и на чем передвигается российский диктатор и его верное окружение? Сейчас все расскажу и покажу. Вот так неожиданно в Беларусь прилетел личный самолет Путина. Речь идет о правительственном лайнере Ту-204 или воздушном штабе президента России. Но из самолета вышел совсем не ВВП, а министр обороны России Сергей Шойгу. Если это для кого-то секрет, то я его открываю. Его прилет на личном самолете Путина вызвал не меньше разговоров, чем сама причина визита в Беларусь. Но зачем министр обороны РФ взял борт номер один? И что это за секретный авиалайнер ВВП? Это, конечно, не единственный самолет Путина. У него их целая флотилия. Все они на балансе специального летного отряда России. Структура, обслуживающая воздушные борта президента РФ. А вот одалживают их далеко не каждому, объясняет бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков. Он собственными глазами видел суперлайнеры для кремлевских чиновников. Мне доводилось летать на таком борту. Этот борт выделялся под председателя Совета Федерации Сергея Мирона, когда мы с ним еще там были в одной лодке. Там несколько отсеков. Один отсек под руководителя делегации. Он более комфортный, более такой. Вот. А второй, как говорится, для придворных, вот там и депутаты летают, и чиновники, и так далее. Доступ к главным крыльям России имеет только ближайшее окружение руководителя Кремля, ну и лично ПУ. Борты обслуживаются по полному циклу, как положено, там все вовремя, меняется все вовремя. Понятно, сервис очень хороший, там подобранный экипаж проверенный. Однако и среди этих государственных лайнеров есть борт, к которому имеет доступ только один человек. Но вы догадались. Для такой страны, как нашей, конечно, нужна собственная машина. Вот он, флагман президентского авиапарка Ил-96-300ПУ. При этом аббревиатура ПУ вовсе не Путин, а пункт управления. Президентский самолет в России – режимный объект, попасть на который могут единицы. Внешне он не особо примечателен, но на самом деле этот борт – настоящий летающий Кремль. Внутри двухэтажный лайнер скорее напоминает роскошный дворец. Тут есть все, что можно только вообразить. Основная зона – это рабочий кабинет на 10 квадратных метров. Салон инкрустирован золотом и кожей. Над внутренней отделкой самолета Путина работали лучшие ювелиры из Златоуста. Здесь нет места стандартным вещам. Все вокруг ручная работа, причем в едином экземпляре. Там, как говорится, столько бриллиантов нет в интерьере, вставленных там, я не знаю, в обшивку окон. Ну, это от человека зависит, на самом деле. Вот какой хозяин, такой у него и интерьер. Дорого-богато. Есть на самолете Путина личный тренажерный зал, спальня с королевской кроватью, бар и медицинский блок для реанимации и оказания экстренной медицинской помощи. Ну, у Путина понятно, у него тяга к роскоши. Настрадался мужик, будучи ребенком в этой питерской трущобе. Вот это компенсация. И особый бонус – туалет с золотым унитазом. Как только Путин добрался до власти, он сразу стал себя окружать предметами роскоши. Эстетика самолета Путина – это его личная персональная диктаторская эстетика, которую он определяет, и никто на него не может повлиять серьезно. Леонид Мартынюк, российский оппозиционер, говорит, на самолете Путина меры безопасности беспрецедентные. Когда Путин хочет куда-то лететь, то готовится несколько самолетов. Опять же, для того, чтобы
террористы не знали, какой самолет надо сбивать. Эти самолеты взлетают одновременно, летят в разные стороны. В воздухе самолет Путина сопровождают истребители, а с ним на борту всегда ядерный чемоданчик. Я думаю, что его защищает просто самолет, который сопровождает военный. Вся эта хрень летит рядом. Все, что попадает на самолет, проходит тщательную проверку спецслужб. Под особым контролем продукты питания. За них лично отвечает шеф-повар Кремля. Ну, нас допросили, мы пошли готовить под контролем 3 человек. В халате стоит. Это Виктор Беляев. В свое время он был личным поваром Путина. Этот человек точно знает все о вкусах ВВП. Говорит, на борту номер один всегда особое меню. Сначала шла, допустим, холодная закуска, потом шла мясная закуска, потом шло горячее и рыбное, и мясное, или на выбор, да, десерт. Владимир Владимирович очень любит мороженое. К слову, свой Ил-96 имеет и Сергей Шойгу. Его лайнер маркирован аббревиатурой ВПУ, то есть военный пункт управления. Что в принципе логично, министр обороны как-никак. Специально для него в 2016 году переоборудовали обычный грузовой Ил-96Т. Однако у Путина лайнер куда роскошнее и выше классом. Но есть в Кремле и те, кто все же отдает предпочтение роскошным западным авиалайнерам. Перелеты на таких, естественно, не афишируют, как и имена их владельцев. Один из самых популярных и дорогих лайнеров – вот этот французский суперджет «Фалькон». Такие на особом счету у приближенных к Путину. Я летал бизнес-джетами, мне доводилось в своей жизни несколько раз. Ну, конечно, они выглядят гораздо роскошнее, чем самолеты отряда России, по крайней мере, те, что, ну, скажем так, время по разрешению Путина даются. Они, конечно, бизнес-джет шикарный, значительно шикарный. Там диваны такие кожаные, мягкие, кресла совершенно иные. Доступ к такому лайнеру открывает либо миллиарды на банковском счету, либо статус приближенного к первому лицу государства. Кремлевской элите, проще говоря. Однако, что особого в этих самолетах и за что российские чиновники готовы платить за облачные суммы, нам удалось не просто узнать, а побывать в середине суперджета, который, шутя, прозвали крыльями миллиардеров. И сейчас я покажу, что же там скрывается внутри. Bonjour. Роскошь этого лайнера для богачей поражает, как только попадаешь в салон. Он скорее напоминает изысканные апартаменты. Это самый компактный самолет в линейке. Он стоит 27 миллионов долларов. На борту обязательно есть своя кухня. Вот здесь специальная печь для разогрева блюд и все необходимое для приготовления пищи. Тут все лишнее тщательно скрыто, чтобы не портить общую картину. Здесь расположена современная мультимедийная система. Можно проводить конференц-связь, смотреть фильмы, есть свой Wi-Fi. Впрочем, это только аперитив. Дальше вас просто охватывает настоящий восторг. Каждая деталь здесь – произведение искусства. Давайте попробуем присесть на этом роскошном кресле. Да, давайте. Вау, как удобно! Это что, кожа? Ну, конечно, это кожа. Здесь использованы только самые лучшие материалы. Кстати, все эти сиденья раскладываются, выходит полноценная кровать. Более того, самолет можно укомплектовать душевой комнатой и двуспальной кроватью. Но бывают и совсем экстравагантные заказы, например, джакузи. Этими самолетами пользуются миллионеры и чиновники разных стран. Россия также покупает наши самолеты. Может, президент России Владимир Путин пользовался этим самолетом? Могу сказать, что многие мировые лидеры пользуются такими самолетами. Вполне возможно, и он летал. О том, как зарабатывают на такие самолеты, обычно умалчивают. Поэтому с подобного борта одна дорога. Нет, не за решетку, а в личный лимузин или вот что еще круче, в личный суперкар, который создавали исключительно под вас. Такой, естественно, имеет и Путин. Какие еще тайны скрывает личный транспорт российского императора? Смотрите дальше. Они роскошны, суперзащищены и созданы с единственной целью – перевозить президентов и королей. Но есть среди них и особый экземпляр – вот этот новенький Аурус Сенат, президентский дворец на колесах Владимира Путина. Этот автомобиль создали специально под ВВП – самая секретная и дорогая машина в России. У
обитателей Кремля есть точка зрения, что если людям не показывать вот эти вот символы власти, то они перестанут ее уважать, перестанут ее бояться и, соответственно, могут ее свергнуть. Но несмотря на особую секретность, нам удалось кое-что узнать про главный автомобиль Кремля. Его броня имеет наивысшую степень защиты. Мощнее разве что в танке. Бронированные там все, защищающие, так сказать, от проколов шины системы. Там много чего, там всякие есть. Сейчас там ставят систему обнаружения оптических прицелов. Ну, много чего ставят. Там ставят систему подавления радиосигналов, чтобы там никто не дистанционно не взорвал какое-нибудь взрывное устройство. Машина Путина также может находиться под водой более 3 часов. При этом все системы способны работать в штатном режиме. Салон же напоминает скорее роскошный кремлевский кабинет со всеми атрибутами президентской власти. Это чудо российского автопрома проектировал целый институт. Разработка «Ауса» и производство, по-моему, стоило 9 миллиардов рублей. За 9 миллиардов рублей можно было купить гараж, специально оборудованных под VIP персоны, под самые первые лица, вот этих лимузинов, «Мерседесов», «Майбахов», чего угодно. Вот этой вот... вот этим понтам, великой этим светским, по великокремлевским понтам, тут мы чемпионы. Хотя в своей предыдущей каденции Путин выбирал немецкие автомобили. Со временем марка поменялась, но не стиль. А здесь важно, чтобы он помнил, что он великий император. И чтобы людишки на улицах помнили, что едет император. Интересный момент. В путинском «Аурусе» нет ни одного электронного девайса. Это забота о безопасности, чтобы хакеры не могли установить контроль над машиной дистанционно. Но есть в истории создания «Ауруса» Сената для Путина и черные пятна. Первое – это то, что автомобиль, как две капли воды, похож уже на существующую модель Rolls-Royce. Британская модель. Вот британская модель, а это так называемый российский аналог. Окно, фары. Все до боли напоминает оригинал. Найдите 10 отличий. Оригинал. Найдите 10 минусов. Почти на 60% Аурус состоит из зарубежных деталей. Эта машина сделана в Великобритании, не в России. Наверное, неудобная такая деталь, особенно в эпоху импортозамещения, когда Россия переходит на отечественную продукцию, будучи под санкциями. Ну, видимо, такого уровня машины в России до сих пор не научились делать. Чтобы привнести хоть какой-то российский колорит, разработчики добавили в интерьер очертания церковных куполов. Но, похоже, это не особо поменяло суть, ведь это тот же Rolls-Royce. И скопировали, похоже, не только внешние черты британского суперкара, предполагают эксперты. Внутри тоже много похожего. Но что же интересного может рассказать оригинальный Rolls-Royce, по эскизам которого и делался автомобиль Путина? Сейчас все покажем. Здесь все по-королевски. Шик и статус проявляются в каждой детали. Вы сейчас сидите в сиденьях, которые созданы по специальным лекалам. Это самая дорогая кожа в мире. Да? Под вашей рукой самые дорогие сорта дерева. В помощь вашему комфорту есть массаж, вентиляция сидений и подогрев. Есть в машине функция, которую вы точно не увидите больше нигде. Хотя, вероятно, теперь и в российском «Аурусе». Это звездное небо. Это уникальная опция. Она существует только в автомобилях Rolls-Royce. Особенно ощущается этот эффект в ночи. И здесь даже есть кометы. Увидеть их – это большая удача. Они иногда появляются, а иногда исчезают. Все как в жизни. Все как в жизни. И даже если вы покидаете автомобиль, он не перестает вас удивлять. Александр, в этом автомобиле есть еще одна деталь, которую стоит увидеть. Боюсь спросить, чем еще можете удивить? Александр, покидая такой автомобиль, он продолжает очень о вас заботиться. Ху-ху-ху! Это специальный зонтик Rolls-Royce, он даже автоматически подсушивается. Сколько стоит? Стоимость может достигать более 3000 евро. Теперь вы имеете представление о роскоши, который окружил себя в автомобиле сам Путин. Вот только автомобили и самолеты – это еще мелочи по сравнению вот с этим транспортом, который имеет лишь самые приближенные в Кремле. Речь идет о закрытом клубе владельцев мега-яхт. Такие существуют только в одном экземпляре, а имена их владельцев тщательно скрываются. И такими игрушками точно не делятся. У каждого своя яхта. В Кремле это особая прихоть. Они большие, роскошные и очень дорогие.
Это билет в закрытый клуб для избранных. Хочешь, чтобы большие ребята из Кремля имели с тобой дело? Покажи свою суперяхту. И пример в России, конечно же, подает лично президент. Это суперяхта Graceful за 87 миллионов евро. И принадлежит она Владимиру Путину. Те яхты, которые у него есть, это часть его собственности. Впрочем, это далеко не единственная яхта «Суперлюкс» в арсенале кремлевского руководителя. Таких у него не менее 4. Путину подарили яхту еще в самом начале его политической карьеры. Ну вот ему купили, подарили яхту там среднего размера, а уж дальше, наверное, аппетиты стали расти. На одной из них под названием «Чайка» в прошлом году ВВП принимал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с его сыном Колей. Во время этого вояжа Путин с барского плеча дал Лукашенко 500 миллионов долларов кредита. 54-метровая яхта за 30 миллионов евро была построена в Турции в 2009 году и поначалу носила название «Сириус». На борту есть роскошный спа-бассейн, джакузи и зона барбекю. Отдохнуть можно в одной из 6 кают. Но настоящее украшение – это VIP-зона, где, похоже, и отдыхал батька. Спасибо, ребят. Охраняют такие объекты в соответствии со статусом. Охраняется точно так же, как любая резиденция Путина. Особенно в момент его приезда. Я думаю, что там и подводные лодки, и сторожевые корабли. А как же вы думаете? Это все за счет бюджетный счет. Но настоящая услада для глаз Путина – его яхта «Олимпия» стоимостью 50 миллионов долларов. У него есть теплоход «Россия» и вип-катер еще. Вип-катер звучит так скромно, но на самом деле он больше 20 метров длиной, поэтому это такая мини-яхта. Это вот, можно сказать, они даже не скрывают, это официально на балансе управления делами президента. Не отстает от Путина и его ближайшее окружение. Российские чиновники и олигархи, входящие в кремлевские властные кабинеты, владеют одним из крупнейших в мире парком мегаяхт. Их суммарная цена превосходит весь военно-морской флот страны, говорит российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Суперяхты, они очень просто считаются. 1 метр, 1 миллион евро. Вот и все. Или, ну, наши ухитряются и дороже сделать. Вот есть у тебя яхта, значит, элита. Путинская вороватая элита. Вот. Говорят, чем больше яхта, тем меньше у ее владельца совести. Ведь заработать на нее в России честным трудом просто невозможно. Владельцем яхты с самым крупным ценником по праву считается российский олигарх и бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович. Абрамович эту моду изначально и запустил, но дальше его, соответственно, Путин очень сильно в этом поддержал, вплоть до того, что там Абрамович одну из своих яхт просто ему подарил. Настоящий флагман флота миллиардера – суперяхта «Эклипс». 164 метра в длину и стоимостью более миллиарда долларов. Здесь есть 2 вертолетные площадки, 4 катера и 20 скутеров. На корабле даже есть свой винный погреб и кинотеатр. Про особенности суперяхт российских миллиардеров экс-депутат Госдумы Илья Пономарев знает не понаслышке. Конечно, я их видел. Есть и подводные лодки, есть и всякие механизмы защиты. Все это есть. Роман, в принципе, один из примеров для подражания для российской элиты. В том плане, что он все сделал правильно. Добавьте сюда пуленепробиваемое стекло, систему предупреждения о ракетном нападении и подводные сонары. Не яхта, а боевой крейсер. У Романа Абрамовича, например, если мне память не изменяет, то ли 3, то ли 4 яхты. Ну, настоящая удача увидеть самого владельца на суперяхте. Политтехнологу Тарасу Березовцу это удалось. Правда, картинка была особо пикантная. Я был сам свитком на власть очи в Туреччине, провинции. Я сам был свидетелем, собственными глазами видел в Турции, в провинции Мугла, наблюдал яхту, принадлежащую Абрамовичу. Ну, я могу сказать, что это феноменальное впечатление, как все это выглядит. Такой, как мини-пляж. Там стоят такие зонтики, под которыми загорала, кстати, совершенно голая девушка на этой яхте. Голая какая-то девчина на этой яхте. А вот о роскошном флоте Дмитрия Медведева узнали после скандала. По данным оппозиционера Алексея Навального, экс-премьер России владеет 2 яхтами общей стоимостью 16 миллионов евро.
Пока Медведев успокаивал российских пенсионеров... Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Похоже, у самого Дмитрия Анатольевича с финансами дела обстоят куда лучше. Недалеко от государственных мужей ушел и патриарх Кирилл. Казалось бы, человек церковный и должен вести аскетический образ жизни. Но христианское смирение – это не о московском епископе. Он олигарх в своем роде, он контролирует такой бизнес православный. В распоряжении отца 32-метровая яхта «Паллада» почти за 2 миллиона евро. На ней патриарх всея Руси засветился на отдыхе, подальше от глаз простых верующих. Яхта имеет 4 роскошных каюты, так что Владимир Гундяев, так в миру зовут отца Кирилла, может без показной скромности встречать там своих дорогих гостей. Правда, возникает вопрос, откуда у раба Божьего столько денег? Что Бог послал? Кирилл назначен на эту должность с активным участием администрации президента, поэтому нет никаких сомнений, что он абсолютно вписан в ту же самую власть, властную вертикаль. Но РПЦ при этом еще и большой бизнес. Они собирают много денег, они ездят на роскошных машинах, они, соответственно, естественно, имеют и роскошные яхты. Мега-яхты кремлевских чиновников – суперроскошные дворцы на воде. Они символизируют власть и коррупцию в России, поэтому потерять их можно так же быстро, как и получить.